саженцы колоновидной яблони васюган, васиаган малас, начинают плодоносить в течение первого года посадки. Они удивят вас невероятно крупными формами и изумительным вкусом плодов, которыми вы сможете полакомиться к яблочному спасу и не только. Этот вид лиственного дерева высотой до 3 метров отличается уникальной пирамидальной формой типа кипарис и отсутствием боковых веточек, что облегчает и упрощает уход за такими деревянистыми растениями. Несмотря на это, урожайность с одного дерева составляет порядка 8-10 ведер. Так можно вдоволь запастись на зиму вкусным и натуральным яблочным соком, джемами, повидлом и желе. Яблони колоновидная васюган – это многолетнее растение. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола яблони колоновидная васюган можно отнести к группе колоновидные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает яблони колоновидная васюган в месяц май. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Яблони колоновидная васюган имеет летний срок созревания. Обратите внимание, что яблони колоновидная васюган – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.